Творческий коллектив готовит подарок ко Дню города. Музыканты снимают клип на авторскую песню о Копейске. Идея родилась за 2000 километров от дома. Идея пришла в прошлом году осенью. Мы ездили на конкурс в Сочи. И там вот пришел мне припев. Город мой, живи сотни лет, радуя своим нас теплом. В наших душах твой яркий свет, словно ты укрыл нас крылом. Сначала мы записывали песню, а потом в ходе подготовки ко Дню города решили, почему бы нет, почему бы не снять клип. Андрей Майер написал слова и музыку. Дмитрий Одищев сделал аранжировку. Их творческий союз существует вот уже 27 лет. За это время десяток композиций. Три из них о любимом городе – Копейске. В планах у меня, конечно, премьера на День города. Сделать подарок. Я думаю, что получилось. Мы это увидим. Я слушала песню, и мне на самом деле очень понравилось. Эта песня достаточно патриотичная для нашего города. И я думаю, каждому, кто послушает ее, она придется по душе. Над клипом работает большой коллектив. Первая часть работы уже завершена. Песня записана в студии. С нами работали две солистки. Это Елена Бауэр и Яна Хигай. В припеве нам помогал детский хор музыкальной школы номер один. Это дети вокального отделения. Сейчас отснята только часть видеоматериала. Сольную партию саксофонистов Александра Хрушкова и Савелия Хигай записали прямо на крыше многоэтажки в центре Копейска. Закончен клип будет ко Дню города.